Еще две недели дома. Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба по противодействию и распространению коронавируса продлила действие режима самоизоляции в автономном округе до 23 июня. Глава региона сообщила, что единственный показатель, коэффициент распространения инфекции, не соответствует ни одному из этапов выхода из ограничений. Остальные два, охват тестированием населения и наличие свободного коечного фонда, выше требуемого для заключительного этапа снятия спецрежимов. По словам Натальи Комаровой, динамика распространения коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости. В связи с этим, на основании требований Роспотребнадзора, самоизоляцию продлят до 23 июня включительно.